Питере. Начиная сегодняшнюю чудо-поездку на спецтренинг номер 7, вооружившись вашими прекрасными чемоданами, плюс добавка и пэчи-буст. У кого? Давайте. А что ты через его? Да, я. Спасибо за внимание. Даша, ты меня снимаешь, когда мне туда насморк. Ну а что сделаешь? Так. Ну, продолжим наше видео. Видеорепортаж. То есть, да. Новый показатель рекорда. То есть движемся мы на спецтренинг номер 7. Автомобиль Kia Soul. Показатель расхода топлива в трассе 6,7. Будем двигаться со средней скоростью 90-100 км в час. Обнулим наши показатели датчика на 0. Обнулим среднюю скорость на 0. И начинаем движение. Ну все, поехали. То есть, уважаемые коллеги, на протяжении нашего пути проехал 100 км при средней скорости движения в колонне. Скорость была от 60 до 90 км в час. Местами участка мы превышали скорость до 130. И у нас получился результат 6,4 литра по компьютеру по расход топлива при объеме 1,6. Вот такой вот результат.